Здравствуйте, меня зовут Настя. И сегодня мы с вами находимся на тренировке наших маленьких звездочек из клуба «Торнадо». Всем привет! Меня зовут Даша. Сегодня я буду вести репортаж из Воронцова. Все спортсмены собрались сюда, чтобы мы здесь провели главную тренировку. Лизна наш спортсмен. Для чего мы сейчас забрались? Пойдем кого у них узнаем. Привет, как тебя зовут? Альбина. Очень приятно. А чем ты любишь больше всего заниматься на черлидинге? На черлидинге я больше всего люблю заниматься растяжкой. А сейчас мы с вами возьмем интервью Золотухиной Александры Михайловны, мастера спорта международного класса по черлидингу. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, сколько лет вы в этом спорте? С 2004 или 2005 года. Честно, я уже не помню, долго. А давно вы начали свою педагогическую карьеру обучать деток? Ну, опыт еще был в академии, когда училась. А именно тренировать, как ушла со сборной, это был 9-й год, 10-м где-то начала. Вот. В начале наших тренировок наши детки растягиваются, и наша растяжка начинается с шпагатов. Они тянут все мышцы, чтобы потом можно было хорошо дальше заниматься. Даже наши самые маленькие детки, они стремятся добиться каких-то успехов в нашем черлидинге и тоже занимаются. Сейчас наши малышки разогревают мышцы и растягиваются, чтобы выполнять шпагаты, лип-прыжки или махи. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, как вас зовут, как зовут вашего ребеночка, сколько вы уже у нас занимаете? Меня зовут Александр, ребеночка зовут дочка Кира. Занимаемся мы уже чуть больше года. Расскажите, пожалуйста, зачем вы сюда пришли, что вас привело, свои впечатления? Привело желание ребенка. Она занималась как бы классическими танцами, а захотела себя попробовать в спортивных, назовем так, танцах. Потому что тут много спорта вместе с, скажем, с искусством. Вот ей очень интересно, поэтому мы как бы поддерживаем полностью ее увлечение. Наш спортивный клуб «Торнадо» принимает детей от 3 лет и старше. Но, как мы сейчас с вами видим, у нас тренируются даже самые маленькие наши малыши. Александра Михайловна, расскажите нам, пожалуйста, о ваших достижениях в черлидинге. Ой, их так много было, наверное. Изначально я была в харьковской сборной, получила тогда мастера спорта я. Вот, в дальнейшем я попала в сборную Украины, тоже неоднократно, теперь уже первые места мы занимали на Украине. В Польше были на соревнованиях, где мы только не были, честно, их очень много. Это нам свои там взять медали, показать. Вот. Но самое такое вот знаменательное, это был чемпионат мира в Америке. Вот, заняли мы 2 место в номинации «Джаз». Получила благодаря этому международного мастера спорта. 24-го выезжаем на сборы со сборной Украины под Одессу, морское. Вот,
и надеюсь, что девочки, как бы это из моих, которых я тренирую, это едут самые сильные, их немного. Может, мы соберемся, поедем и на мир, и на Европу. Объясню почему. Потому что мы хотели сольники, дуэты. Говорят, сейчас везде могут отменять. И надо или квартеты вести, или команды от 5 человек. Если будут набираться, дети будут достойны, то как бы в планах вести за границу и побеждать. Катя, расскажи нам о своих планах на будущее. На сегодняшний день наша команда является 5-кратными призерами чемпионата Украины. Хотелось бы попасть в сборную Украины, потому что там сильные девочки. А расскажи, сколько дней в неделю ты тренируешься, сколько ты проводишь часов на тренировках? Тренируюсь я с Ice Girls 4 дня в неделю, еще хожу на дополнительные тренировки в Leaders. Тренируемся по 2-3 часа. Катя, а ты не могла бы нам показать парочку своих самых любимых движений, элементов? Катя, а как называются эти элементы? Первое то, что делала, это скорпиончик, а второе это разрывной прыжок. Спасибо. Катя, что ты можешь пожелать нашим юным малышам, которые только начинают свою карьеру в черлидинге? Добиваться всего, что они хотят добиться, занимать призовые места на чемпионатах Украины. А давайте спросим у наших девочек, что они здесь делают. Здравствуйте. А что вы делаете на нашей тренировке? Насколько я знаю, вы воспитанница клуба «Торнадо». Расскажите, пожалуйста, что вас подтолкнуло продолжить свою карьеру в качестве педагога? Здравствуйте. Не то, что продолжить, а начать свою тренерскую работу. Я спортсменка, да, воспитывалась в клубе «Торнадо», тренировала меня Мария Александровна, сейчас наш руководитель. Я больше 7 лет, уже 8 лет занималась черлидингом. А сейчас я как тренер практикую. Сначала, конечно, в себя не верила как тренера, но потом, когда начала в детей влаживать, дети начали показывать первые результаты. Это приносит массу удовольствия, больше, чем какие-то... либо достижения, когда твои дети, ты в них вложишь, и они занимают первые места. Это, наверное, самое то, что у меня есть в этой работе прекрасное. А почему вы выбрали именно черлидинг? Чем вам нравится этот вид спорта? Первоначально выбирала, наверное, не я, а выбирали мои родители. Куда тебе отдать ребенка, чем заниматься. Вот они вложили, что идешь на черлидинг. А потом это уже начало ставать твоей жизнью, это твоя команда, это твоя семья, и все, от этого уже оторваться нереально. Хорошо, вы сейчас тренер, а видите ли вы дальнейшее в этой профессии? Да, еще раз да. Развиваться, набирать детей, тренироваться, еще раз тренироваться. Достижение, я поставила цель, что мои дети, я хочу, чтобы они занимали первые места, и не только первые места там на области, на клубных соревнованиях, но первые места среди украинских соревнований. Может, когда-нибудь на мир поедем. Планы масштабные, развиваться, тренироваться, и только в будущее вперед. Расскажите нам сейчас, какой самый лучший возраст деток для начала заниматься черлидингом? У меня группа с 3 лет. С 3 до 5 это самые ясельки, это моя группа, которой я занимаюсь, которую я обожаю. А так как вот нашего руководителя ребенок от 3 месяцев в черлидинге, то возраста нет. С рождения и до. Привет! Как тебя зовут? Меня зовут Алиса Лукашенко. Алисочка, расскажи, пожалуйста, чем тебе нравится черлидинг? Потому что мы занимаемся. Спасибо большое. А как тебя зовут? Даша. Дашенька, а чем тебе нравится черлидинг? Мне нравится черлидинг, потому что там мы занимаемся очень хорошо, и никто даже ничего не делает такого плохого.
А что именно тебе нравится? Какие-то, может, есть элементы? Мне нравятся больше всего прыжки. На этом наш сюжет заканчивается. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Пока-пока!